друзья, всем привет. Я сейчас буду кушать, короче, свиной язык, деликатес. Вот, смотрите. Вот так он выглядит. Отварной свиной язык. Это деликатесик. Буду кушать его с майонезиком. Вот. У меня такой майонезик. Давайте, короче, отрежем кусочек. Отрежем кусочек. Ух ты, блин. Прям брызнул сок из него. Прям мне на футболку, друзья. Ладно, аккуратненько так надо. Поаккуратнее надо. О, режется вообще. Так легко прям. Легко-легко режется. Свиной язык, друзья. Вот так вот выглядит. Язык, друзья. Так, давайте, друзья, еще отрежем. Кусочек. Так. Друзья, чуть не упал. Так. Да ёлки-палки, что такое? Так, сейчас. Нашел. Порежу мясо. Так, и с майонезиком, друзья. С майонезиком. Майонезом классно. Очень вкусно, друзья, с майонезом вкусно. Друзья, с майонезом самое то. Вкуснятина прям. С майонезом очень вкусно. Вот такой вот язык. Сейчас майонезика. Смотрите, с майонезом, друзья, свиной язык с майонезом. Правда, вкуснятина.
Просто очень-очень вкусно, друзья. Очень вкусно. Так, лучше, конечно, на кухне есть. Я сейчас в зале ем. В зале не очень удобно. Там на кухне стол большой, удобный. Надо все-таки там есть. Друзья, очень вкусно. Мне еще очень нравится заливное из языка. Заливное из языка очень вкусно. Хорошо, вот так удобно отрезать. Ну все, я его доедать не буду, потому что я наелся, он уже такой сытный, я тут довольно-таки большой кусок съел. Вот, очень вкусно, очень хорошо сварился, отварной язык, это реально, это деликатес, друзья. В общем, хочу вам сказать спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, пишите комментарии. Вот, и хочу вам пожелать счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. И пусть все ваши мечты сбываются, и пусть все у вас будет хорошо. Все.
Все, друзья, всем счастливо, всем пока.